Не-не, вы в прямом эфире. Друзья, надеюсь, со звуком все хорошо, потому что это экстренный прямой эфир, экстренная важная новость. Я просто не мог вам не сообщить. В сторисы снимал, а сторисов миллиард тысяч штук. В общем, сейчас будет очень жизненно важная история. Надеюсь, вы меня слышите, надеюсь, качество хорошее. Итак, вы готовы? Сейчас Маюшечка расскажет одну историю жизненную, важную. Сейчас я когда услышал, я обалдел. Короче, у меня Купин всегда засыпает в очень странном положении. Он либо вот так вот может по кровати расстелиться, либо вот так по диагонали, либо вот так поперек. Ну, с кем не бывает. Короче, что я делаю в такой ситуации? И что? Если вот я тебя трогаю руками, если тебя руками переворачивать, no. Ты просыпаешься, и ты очень недоволен от того, что я тебя разбудил. Я ненавижу, когда меня будет. Вот. Я очень злой, когда меня будет. Я беру расческу и делаю так. Все. И пошел процесс, и ты сразу такой... Так, грудку прикрасил. Либо вчера что ли сделал. А как, подожди, каким образом я услышу звук, я ложусь на место? Звук и делаешь вот так, смотри, вот я тебе даже покажу. Ты лежишь вот в такой вот позе, спишь. Ну. И потом ты такой, вот так, туф, и ты такой. Все. А зачем ты меня типа, пугаешь? Нет. Ты меня типа во сне пугаешь, что? Нет, смотри, вчера ты лежишь. Ну. Вот ляг, я тебе покажу, как ты на меня. Ну, давай, продемонстрируй, давай. Давай, хорошо. Вот это ты, серенький. Ну, да, вот. И что, ну хорошо лежу. Вчера, значит, я лежу, вот так вот сплю, легла, вот так вот лежу, ну. Значит, сплю. Что ты делаешь? Ты делаешь вот так. И? Начинаешь мне в ухо бурлить. Я не храплю никогда в жизни, нет, не выдумываю. Звуками. Никогда так не делаю. Я думаю, блин, да что же сделать-то? Вот троны только тебя, ты проснешься, будешь злой. Ну. Я беру, у меня здесь кепка вчера лежала, не знаю почему. Это же вот моя кепка. Вот все! Ровненько сразу. Ты что, шутишь? Я тебе серьезно говорю. Я всегда так с тобой поступаю, потому что чтобы тебя не будить ночью. Потому что ты просыпаешься. Так нехорошо, так я так тоже могу проснуться. Да нет, ты так не просыпаешься. Ну я сколько с тобой живу, ну Купин. А если я вот так вот чуть-чуть рукой повернуть, все, ты проснешься и будешь злой. Я сейчас какую-то странную информацию узнал, конечно. Ну, конечно, гонишь. Гонишь, но. А почему я так не делал никогда? Когда ты вот так вот храпишь. Когда ты вот так вот делаешь. Знаешь, почему это так со мной идея не приходит тебе? Да. Потому что все свои руки, ноги ты сгромождаешь на меня во время сна. Потому что мне нужно много времени. И волосы. Потому что мне нужно много времени. А еще? Ну, местом точно. А еще, нужно. Потому что я вот, например, легла вот так вот. И? Я вот так и проснусь. Ну? Я вот в какой позе уснула, я в такой посыпаю. Ну, так а что, мне надо большая кровать. А ты спишь звездой. Ну, потому что кто звезда? Если я уснула в такой позе, короче, вот в такой, то я в такой проснусь. Короче, вы поняли, ну, подумаешь, мне нужно много места. Мне нужно, я сплю на всей кровати. Кровать и так маленькая, она, по сути, у нас вот обычная такая кроватка. Мне нужно много места. Нифига себе, ты что, кроватка маленькая? У нас кровать больше двуспалки. Ну, двухспалочка она такая. Она больше, чем двуспалочка. Ну, 2 на 3 где-то. Ну, какая разница? В общем, суть в том, что, ну, сплю, ну, да, нужно мне место. Зачем вот это шуметь так сильно? Дай почитай, что пишут. Пишут в шоке с тебя, говорят, как некрасиво, что ты вот взяла и вот это вот меня будешь так вот. Почему написали Майка Пердуна? Кто? Пердуна. Ты не тот звук издавал сейчас своим ртом. Майк Пердуня. Дурак, что ли? Слушай, а знаете, что парни никогда таких дел не делают, вот этих плохих? А у девочки пукаете? Мне сейчас еще одну историю рассказать. Мы никогда не пукаем. Парни никогда. В общем, ладно, друзья, это я вышел в экстренный. Пердушка. Это он показывал, что я так храплю. Она так храпит. Ну я не храплю, не правда. А так вот слюнки летают. Не правда, я не храплю. Вот так. А слюнки летят. А то, что ты вот так вот разговариваешь. Да, ну во сне я разговариваю. Реально? Самое страшное, когда я во сне смеюсь. Вот это страшно, реально. Это, ну, ты представь, хорошо, что я сплю. Спит человек рядом с тобой. Я во сне реально часто смеюсь. И прикинь, вот спит рядом с тобой человек и начинает просто во сне ржать. Ну страшно же. Прикинь, так лежишь, спишь. Ладно, друзья, это был экстренный семейный совет, экстренное лобное место. Все.
Всем спокойной ночи. Мы реально уже собираемся спать, потому что сегодня день был просто космический. Прикиньте, я купил бабочку. Ха-ха, да. Успех. Парень, не знаю, может, так переволновался или что, что с ним произошло. Он 300 раз со мной сфотографировался. Я оплатил все. Все классно, вообще все супер. Я хожу по магазинам, думаю, чего пиликает постоянно, как будто что-то стырил, как будто я ворюга. Вот, знаете, как вот воры есть, ходят, и потом охранники потом еще за ними ходят, вот это. И ко мне с каждого магазина, я думаю, что за дегру, я только ваш магазин зашел, говорю, даже ничего не уворовал, говорю, сумасшедшие, какие вообще, что вообще происходит. В итоге прихожу домой мерить костюм и бабочку, и оказывается там вот эта вот фигнюшка. Вот эта магнитка. Вот. Магнит не сорван. То есть, как будто я стырил эту бабочку. У меня все чеки на руках. Короче, вообще беспредел. Завтра снимешься, если что. В общем, ладно. Действительно, очень сложный день. Я сейчас начинаю хотеть кушать, поэтому нужно срочно спать ложиться. Все, друзья. Свадьба, кто не знает, в понедельник. В этот понедельник. И уже завтра уже мы завтра разыгрываем наши пригласительные на свадьбу, которые мы хотим подарить кому-то. Да, завтра мы с утра выставим точное время розыгрыша пригласительных. У меня это будет вечер, у Майи это будет после обеда. Один пригласительный на Майиной страничке, она выбирает победителя. В общем, из тех комментариев, которые вы пишете под видеороликом, который мы выставили пару дней назад, мы выбираем топ-10, топ-15 комментариев. И случайным путем в прямом эфире Майя выберет одного победителя, а я у себя выберу тоже одного. И в итоге будет два победителя, которые выиграли пригласительный на свадьбу. Поэтому, в общем, не зевай. В общем, завтра все, завтра финальный розыгрыш, поэтому, друзья, вот участвуйте, участвуйте. Все. Еще есть шанс. Любим, целуем, обнимаем, все, кушать захотел. Хуй, поздно уже. Все, сладких снов. Пока. Все, пока.